Что-то номеров нету. Ну вот тогда 193-я есть. Где? А, значит, где ты видишь 193? Ну вот с 92, вот это вот, видимо, 192. Нет, значит... я вижу много квартир. Посмотрите. Нет, вот 191. А рядом какие? Где ты видишь 191? 190, 193. А это какая, по-твоему? А вот это уже другая. Ага. Здравствуйте, это Анапа сегодня. 17 августа 2016 года. Мы в Ореховой роще. Снова в Ореховой роще. В том же составе. Юра, Лариса, я и Маша. Только без мамы. Да. Давай, внимание. Новости от Маши. Ну, рассказывай. Мы находимся в Ореховой роще. Здесь очень много деревьев. Есть даже поговорка. Зеленые деревья украшают землю. И сейчас по-настоящему красиво. Вокруг все зелено, радостно. Зеленый цвет очень полезен для глаз. А запахи ты можешь как-то передать? Правда, розы ничем не пахнут, но пахнет природой, живностью. То, что есть жизнь. И опять, так, ну, это самое. Какой закат. Море сегодня стального оттенка. Ну, стрекоз-то, ё-моё. А я хочу одну поймать. Много стрекоз летает. Ну, вот сейчас мы находимся на набережной. Вот Тургеневский спуск. И вон же подъем. А, вода. Здесь чистая, вот видно, люди купаются. Видно дно. Ну и дело к закату. Вот солнце так. Да, на маяке красный фонарь установлен. Ну понятно. Вот интересная картинка. Солнышко, солнце напоминает лодочку. Такую все. Малиновая лодочка над морем. Ну все, завтра встретимся. Давай. Маша, красиво? Работали в аквапарке были опять. Целый день. А мы... Ты вечером снимала об этом? У тебя ничего не получается. Пойдем. Люди любуются закатом. Какая красота!
Как красиво. Девушка, сколько стоит веночек такой? Девушка. А можно бабушке его? Можно бабушке. Тебе БТБ есть. У тебя уже один есть. Как материал называется?